Гражданская жена известного певца Александра Градского Марина Каташенко рассказала о талантах младшего сына. У одаренного наследника уже есть собственная гитара. Также супруга Александра Старшего отметила, что планирует отдать сына Сашу в студию творчества. Жена члена жюри шоу «Голос» добавила, что Саша превосходно чувствует музыку. Официально Градский был женат трижды. В первый раз артист обручился в 17 лет, когда был участником группы «Скоморохи». Брак продлился 3 месяца. Второй супругой певца стала известная актриса Анастасия Вертинская. Через 4 года Александр и его избранница разошлись. Певец вскоре сыграл свадьбу с юной Ольгой Фартышевой, студенткой Щукинского училища. От этого союза у певца родились наследники Даниил и Мария. Спустя 25 лет супруги развелись. Четвертой женой Александра Градского стала Марина Каташенко, однако пара так и не зарегистрировала свои отношения официально. Однако, по словам обоих супругов, они счастливы вместе. Градский не перестает восхищаться красотой женщины. В ближайшее время Каташенко подумывает вернуться к работе, тем более ей уже начали поступать предложения насчет съемок в кино. Сейчас многие молодые мамы после родов быстро выходят на работу, а мне хочется видеть, как Сашуля растет. Это уже никогда не вернется, упустишь, и все, так объяснила 3-летний декрет Марина в беседе с журналистами «Комсомольской правды». Помимо маленького Саши у Градского есть еще 2 детей от предыдущих браков. Старший сын Даниил занимается бизнесом, увлекается музыкой. Парень даже участвовал в шоу «Голос» на Первом канале. Тогда Градский-старший не узнал вокал сына, зато к певцу развернулись другие судьи конкурса. Дочь Мария была помощником и советником отца в проекте «Голос». Девушка закончила факультет искусств МГУ, училась в Лондонской искусствоведческой школе. Наследница отлично разбирается в современной музыке. Поэтому отец всегда прислушивается к мнению дочери о новых течениях в индустрии.